Всем салам, это продолжение печки. Ой, дома. Мы тут делаем печку, короче, вот. И вот, короче, так получилось. Да, это бег. Вот, короче, мы в нашем новом доме печку такую поставили, сделали, короче. Вот, сейчас печку как-то разжигает. Минуты две она должна растопиться. Вот так у нас печка топится, такая большая. И труба уже в потолок идет. Вот. Смотрите, вот я придумал такую дверь. Вот так вот, вот. Сделано. Вот. Такая вот печка. Прям четенькая. Так, я вот такую штуку придумал. Вот тут гайки, короче, нашел. Такая топится. Вот. Сними меня. Вот такая вот у нас печка. Прям, ой, как мне уже тепло идет. Мы на этой печке. Это можно и смотреть. Мы в этой печке и жарили, и где она только не была. Иди посмотри, идет дым, нет. Короче, всем привет, с вами, да, какое-то это продолжение, вот, печечка наша. Так уйдешь, уже тепло. Вот, мы туда трубу курили, интересно, теплая? Горячая, нахуй. Блять, охуеть. Тут пепу летят. Вот у нас тут, но я не знаю, как к ней подобраться. Вот. Вот у нас печка. Кстати, эту печку я сделал сам. Ну, короче, Артур выпили у меня вот эту печку мы сделали с Артуром. Выпил дверь, я просил дырки, вот эти штуки заделал. А вот так мы поставили, трубу сделали, вот. Короче, вот, Саня, да, какой-то вот мы доделали печку. Конечно, она продымится сейчас, и вот, тепло будет, как в баньке, вот. Сейчас пойдем на второй этаж. Печка раскочегарилась. Вот мы, короче, трубу поставили. И дым кончился. А кто дым кончился?